Кстати, я пока читала, я не ответила. Блин, Ульяна, что, ты чё? Что? 16? Ульяна, ничего себе! Ты чё такая крутая? Да, ребят. Всегда да, чё-то легко, VR. Легко как-то не чувствуется. Как ну, привет. А мы опять в этих контейнерах, и нам нужно ответить правильно, чтобы нас не затопило. Вот, чтобы выжить. Да, так и есть. Сколько зубцов обычно имеет вилка дьявола? Ед, я знаю. Блин. А, ну, по идее. Вилка дьявола. Ну, типа вот этот три... Блин. Трезубец. Спалил. Ну, три, да, да. Я помню, там такой еще красный, он там такие стрелочки. Да. Почему я это знаю? Это новый вопрос, кто не заметил. Насколько миль волк может чувствовать запах своей добычи? Я не думаю, что много. А сколько? Миля? А сколько миля вообще? Пускай будет вот так. Одна. Две? Две? О! Блин, он крутой. Идеально. Вы поняли? Я не знал этого. Серьезно, я не знал. Я тоже не знал. Сколько колец у вас, Терин? Колец. А сколько я не смотрела. Колец или частей? Колец вроде было 9, но может 10, если считается еще одно. Ясно. Наверное, 10. Я бы написала вообще уже один. Я уже не могу. Я один написала. Что? 19? Нет, нет, нет. Ну как? Я аж умерла. О! Я буду вам подсказывать. Сколько раз пчела машет крыльями за секунду? Сколько? Ребят, ну это мы должны знать. Но мы не знаем. Как это? Я не знаю. Еще бы сказали калибри, елки-палки. Сколько я машет пчела за секунду? Что? 200 раз? Ну, она за чё, секунду? Поехавшая, что она так машет быстро? Я даже не могу представить. Сколько существует различных номиналов бумажных долларов? Это... Ну, это вам отвечать, не мне. Ёша, ты чё так мало затоплен? Затоплен. Извини, пожалуйста. Нет, это, конечно, хорошо. Ты угадал или ты знал? Блин! Что-то о тебе не знаем. А Ёша выиграл? Ёша, ты посчитал, что ли? Нет. Просто так, пальцем в небо? Или знал? Что это? Вот эти, что это за... Ой, вот пытается показаться умнее, чем у тебя там телефон рядышком, и ты просто такой вот так. Да нет, 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 нет. Давайте нормальный. Я тоже, да, думаю, давайте нормальный. А потом вообще на легко перейдем. Ульяна больше не нуб, кстати. Я такая длинная, смотрите. Если 6 студентов поделились 36 печеньками, как сколько печенек у каждого студента. Соть, я пока читала, я не ответила. Блин, Ульяна, ты чё? Я же нажала, смысле? Я не успела, я только поняла, что мне нужно нажать 6, я не успела. Сколько времени Рафаэль Надал? Или Надал? Надаль? Выиграл? Я не знаю, короче, давайте... Что-то там в марте 2020 года. French Open. Это полюбас теннис. Это полюбас теннис. 12, 3. Это крутой, я 2 написала. Мы меня все причем не сгора. Ну, потому что никто не был. Сколько здесь авокадиков? А сколько? Где? Где? Всего зер, не хе. Не знаю, сколько? Как это? Разные... 500? А что? Я, видимо, неправильно перевела то слово. А я думала, вариаций. Сколько игроков присоединилось к игре Кальмар? Ну хоть где-то мне это пригодилось. А ты помнишь? Я да. По идее, столько. Хотя нафига, я не хочу это помнить. Он же был последний. Я не помню. 6! Блин! Я не помню! Я думала 7. Сколько гигабайт в 1024 мегабайтах? Так же, да? Как же? Ну, получается... Да? Да. Блин, девочка тонет. Да. О, нет, девочка. Я тоже скоро уже того. А, или нет? Сколько активных вулканов на Земле? Ну, это точно пока. Много. Это ж да. Пускай будет вот так вот. Я не знаю. Хотя, возможно, слишком много, но... А чё? Офигеть. Вот это да.
Сколько игр сыграно в игре Кальмара? А сколько там, я не помню. 8. Я не знаю. Я на обум, если что, не вините меня. Блин, реально может быть 8. Блин, я ничего 7. Не написала. 6? Да, 6, но я, короче, я не смог поменять почему-то, я не знаю почему. А может быть, убрали такую возможность? Я сейчас утону, а я сейчас утону. О, у современных пианино сколько педалей? Ну, две, на обычных наверное. 2. Блин, я видела 2, но я где-то видела как будто 3. Чего? Я зачем видела, чем? Это что, машина? А почему у современных? Меня это очень, знаете... реально 3. Я говорила, что 3! Я из-за вас утонула! Все умерли, ясно. Ответ 4. Вроде нет. Нет победителей, все серьезно? Погибли. А почему нельзя всем первое место дать? А-а-а. Так вот на соревнованиях бывает. Допустим, на каких-нибудь олимпийских играх. Ой, обидно. Ну, когда умерли все, тут некому давать первое место. Да, все умерли. С другой стороны, это логично, хорошо. Так, тяжело или нормально? Я за легко голосую. Нет. Ой, фу, извините. Нормально. Я успела жмакнуть. Это было уже страшно. Сколько лунок в шаре для боулинга? Я ни разу не играла в боулинг, всегда только хотела. Так одна? Нет? Нет, в шаре. Блин! А, что? Я неправильно понял. 3? Да 3. Так я не, блин, ну я думала 4. Ну для 3 пальцев. Ну ладно. Сколько команд в... Господи, в американском футболе, в лиге американского футбола, я не знаю. Вот, нет, это мало, я сейчас написала. А можно написать больше? Что-то я вообще тупанула. 32! Я не нажала! Слушай, я хотела 28 написать. Точнее, ну, угадал. Я выиграл, да. Выиграл. Да. Ну и выиграл тоже. Ой, сколько разных... было в прошлый раз, вы не помните? Я не помню. Сколько будет столько. В общем, в Тетрисе сколько с фигур... По-моему, 8. 7. О, нам с тобой не нальют? Нам налили, почему? Сколько регионов на Филиппинах? Ну, давайте подумаем. Давайте посчитаем, да? Да. 48. Сам написал 3, главное, молодец. О, мне не налили водичку, я была ближе всех. Я сейчас умру. Сколько судей в футбольном матче? Блин, а эти считают, которые судей? По углам вот эти стоят, вот этим флажками машут. Флажками машут. Пускай будет столько. А, хотя... Нет, стойте, 5! 5? Ладно, я уже написала 7. О, 4! Я угадала! А 4? Как ты угадала реально? Я не знаю, я понятия не имею. Я думаю, на 4 угла 4 судьи. Не, он там же, я тоже так думала, он там же еще посередине, он типа главный такой. Я просто вспомнил, что в самом начале матча там 3 чувака вроде. Да. По ощущениям. Ну какие мы умные, ничего себе, мы знаем. А я вот думала, может быть 51, но 50. Ты чего? Сколько? Откуда я знаю? Откуда я знаю? Сколько судей Верховного суда? Не знаю, 1. Явно не 1. Мало как. А, подождите, ну ладно. 1500, например. Что? Я была ближе всех! Что так мало судей? А мне налили воду, нет? Им нужно больше судей, явно. Насколько длинный олимпийский бассейн в метрах? Я думаю, 50, наверное. Или 25. Ты права, потому что так и есть. 25, наверное, 25, мне кажется. Нет, 25, да. 50? Ого! Потому что 25 это очень мало, им же там плавать и плавать. 1000 метров. Ой, да, 1000 метров. Сколько нот в музыкальной гамме? Не знаю. Я октаву написала, в гамме, наверное, меньше. А, я тоже 8 написала. 7. 7. А, блин. Я же посчитала. Да, Ульяна, да. Конечно. Ну ладно. Да. Что? А вон я танцую. Вон я да там танцую. Да. Все пока. Все пока. А почему я не я? Да ты нубиком была, вот она и так из тебя и запомнила. Все пока. Все пока. Мне не нравится нормальная сложность. Давайте самую большую. Давай. Я, ну легко, неинтересно. Ничего себе. Как будто тяжело. Это надеюсь, делаешь, что будут новые вопросы. Ну-ка, давайте новые вопросы. Океанов в мире. Я чё? По идее же, да? Возможно, я ошиблась на одну. Одно?
Один. О, нет! Океан же. Ну да, на одно значение все-таки 5. Я так знала. Блин, я так знала, что 5. Почему 8? 200? Что? Я вообще не то вводила. Как так получилось? Сколько процентов... А, нет, не процентов. Мила в Еге... Чего? А я не знаю, какой... Какой процент? Ай, короче, все. Я написала 3 на всякий случай. Я не знаю. Ты победила. Что? Я победила. Я не понимаю, как это работает. Я у меня ближе к ней написал Стивен Кинг. Привет. Здравствуйте, очень приятно. Ну, он военно обум. Ой, это много. Я, конечно, но это много. Ну ладно, все. Я же верю в него, но бахнуло многовато, да? Ага, сейчас увидите. 240, это сколько нужно писать, чтобы написать? У меня нет водички до сих пор. А она точно столько длилась? Мне кажется, она не столько длилась. Не столько. Она длилась немножко другое какое-то количество. Да. Что? Ульяна, ничего себе! Ты чё такая крутая? Знает. Но. Да. Сколько раз Леброн Джеймс побеждал в финале НБА? Я знаю его, но я не знаю, сколько. Но он же, ну, он такой крутой, видимо. Ну, не видимо, а есть. Ну, короче, ну, в общем, 5 это много. Я не знаю вообще. 4. 4. Ты реально ближе всех. Ой, ой, надоели вы. Они утонули! У меня получается... Ладно, так, сколько... Ой, черных клавиш на обычном пианино. А сколько всего клавиш? 113. Должно быть четное число, да? Ты уверен? Нет, 67. Блин, я много. Там всего, мне кажется, штуки 20, нет? Блин, Ульян, как ты близка. Я хотел сказать, ну я шестерку угадал, ребят. А вы мне налили воду? Я уже начала писать, но не успела. Сколько лет живет королева пчел? Пчел? Не знаю. 3 года. Я так и написала. Я тоже хотела 3. Это же хотела... Давайте, а это точно? Будешь. Может, неправда? Нет. Блин, Ёши! Ничего себе, она, конечно... Ну, ты молодец. Чего? Ты специально? А да. Google говорит, 3-5 лет живет. Поэтому... Ну вот. Да. Сколько стран... 44. Как это называется? Королевской семьей. 44, да. Я напишу вот так. Ёши, я тебе не знаю, верить тебе или не верить. Так, блин. А, может, был вопрос. Да? 4. 4. Кстати, Ёши, кому-то из нас Ёши неправильно говорит. Я думала, да неправильно он говорит. Сколько министерств или министров? Министров. Министров. Ты помнишь все? Что у тебя за память? Ну, что-то запоминал просто, и все. Обалдеть. Ну, это так. Легко. А, ну это сколько струн это на бас-гитаре? Это, да, 9. 25. 23. Там же разные бывают. Арфа. Так, ну что, Улья, ну что, кто из нас победит? Это уже превращается в такое соревнование. Слушай, у нас одинаковое количество. Сколько долларов стоит запуск PlayStation 5? Не знаю, ну... Я не знаю. Пускай 800. Или типа того? В смысле запуск? Она настолько дорогая? А ты что, серьёзно? Да почему у меня поднимается вода? У меня не получилось больше написать. Я думала, сколько стоил запуск для PlayStation 5. Запуск. Так. Белых? Стандарт. Сколько там было? 30? Ну, пускай 40. Там было 36 вроде бы. Ну, сделайте побольше. Ой, я что-то много очень написала. 52? Нет, Опа, Ульяна, кто из нас утонет? Последний вопрос, наверное. Сколько сезонов? Это я помню. Блин, в «Игре престолов». Ты помнишь? 13. Я не помню. Я написала, вроде бы я помню. Было же столько, нет? Я не помню. Я же еще там, типа, говорила 6 или 8. Да-да-да, вот было такое. 8 было, да. Ладно, хорошо. Хорошо. Так, ну что? Так. Ну-ка. Что делает... я не помню. Ребят, извините, я не помню. А ну, что? 10 тысяч попробуйте. Чего? Попробуйте 10 тысяч. Хорошо. Ну, хорошо. Я сделала 100 зачем-то. Я пропустила нолик. Ёши!
Ёж, извините, что это я не знал. Ну ты убил Ульяну. Из тебя я умерла. А почему? А почему ты не умерла, Лана? Ну потому что мой ответ был ближе. Я достала 10 тысяч, а Ульяна 100. Эль в римских цифрах? Нет. А, блин, тогда это 50. Какие 10 тысяч? Ну то есть V это 5, там X 10. M это сотка, да, или что? Я не помню. Короче, я просто не помню, извините. Да, ничего страшного. Давайте легко. Я хотела сказать только, что у меня в тяжелой, в общем, сложности у меня лучше получается. Что? А кто это? Вот давайте. А, сколько? Это у этого, у... В Человеке-пауке там... Да. Доктор Октавиус, или как там его зовут? Да, доктор Октавиус. Если он осьминог, почему не 4? Да. О боже, Ульян. Откуда я знаю, я не помню. Ева не написала ничего и оказалась ближе. Ладно, сколько игроков в команде по волейболу? А сколько? Так, там 6, по-моему. Зачем мы подсказываем? Извините. Я не помню. Я помню, что 6 у нас было. А у меня Евины ответы не показывают почему-то. Странно. Не, все показывает, все хорошо. А, значит, у меня что-то. А, это типа 0 считается за цифру или нет? Ну, типа, да. А тире считается? А знак вопроса у них же выделено, да? Подождите, а я, возможно, сейчас сделала глупость, да? А что если... Конечно, глупость ты сделала, ты чё? И там же еще 9. Ну да. Хорошо, ладно. А, сколько букв в английском алфавите? А сколько их? Вот я сейчас... Блин, я сейчас могу на 2 запутаться. А, я не написала! 26. Вообще нисколько не написала! Я знала либо 26, либо 24. Это легкий режим, ребят, пожалуйста, сосредоточьтесь. Слушайте, сколько костей у акулы на самом деле? Сколько костей? Много. А ну-ка, и так. На самом деле. Я проверю, сколько у него костей на самом деле. А я знаю, ребят. Ну блин, ну и что, никто не оценил? Что? Это хрящ, у них нет костей! Да, у них же, я же слышала. Кажется, Лана мне еще об этом и говорила. Капец. Сколько раз появляется в Миссисипи буква С? Ну, тут же написано. Так я пока... Блин, нет! Фух! Тут же написано. Тут же можно посчитать было. Ну да, я пока увидела этот вопрос, это сложно. Сколько планет в нашей системе солнечные имеют спутники? Давайте поверим в наши планеты. Блин! Нет, ладно. Легко. Слишком я поверила. Легко. Сколько сторон имеет домашняя тарелка в бейсболе? Какая домашняя тарелка? Бейсбол это как? А, типа они там наступают на зоны. Вот это вот имеется в виду? Да. Нет, я хотела написать... Стойте! Легко. 4 хотела написать. Легко. Блин. Легко. Всё, не чувствую вопроса. Легко. Сколько ноликов в миллионе? Это же миллион? Да, миллион. Или миллиард. Нет, это не миллион, это миллиард. Блин. Я всегда путаю. Да, ребят. Я всегда путаю миллионы и легко, миллиард. Легко как-то не чувствуется. Как по-английски. Сколько глаз у... Опять пчела. Вы посмотрите. Я теперь не уверена, сколько у нее глаз. А вдруг это паук с крыльями, а? Они же еще так необычно видят. Блин. Сколько? 5. Я думаю, 4. А почему не чётные? Да, ребят. Да ты сам неправильно написал. Что за паук? Да, ребят. Вот почему столько планет, я знаю. А сколько спутников, я, блин, не знала. 6, я запомнила. Да, ребята. И сколько цифр там от 1 до 0, я тоже... Чисел, нет, цифр. Да, цифр. Я тоже запомнила. Ну, в общем, пока там ребята там доигрывают, или давай... Ну ладно, давайте посмотрим, кто... Да Ёж выиграет, Ёж. Да, Ёж победит. Сколько дней... Нет, ну, серьезно? Серьезно? А вот в каком? Сейчас такие вопросы? Году? Сейчас такие, когда после того, как мы с Евой умерли, сейчас такие вопросы? Спасибо. Я поняла. Возможно... А в каком году именно? Может быть, высокосном имеется в виду? Ну да. Но мне кажется, это не скоро закончится. Либо я быстро утону, либо Ёж будет еще
бороться. Ну да, тем более такие чего? Вопросы, мне кажется, вы явно справитесь. Что? Ну, сколько градусов, наверное, нет? Ну, прямой угол. Слышь ты. Извини, я... Ну что, я... В смысле? Так переводите нормально вопросы, ну а что? Слышь ты. Какая степень? Какая степень, блин? Подсказывалка. Ну, я просто, я должна, чтобы, ну, как бы помочь. Сколько ноликов в триллионе? Ладно, пускай ребята пока думают, а мы, наверное, будем заканчивать. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, и всем пока. 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 Пока.